Зарайске на этой неделе прошел второй этап общественных слушаний по созданию лесопаркового зеленого пояса. Инициатором мероприятия выступила Общественная палата Московской области. Участниками диалога стали представители городских округов Зарайск, Луховицы и Серебряные пруды, депутаты Мособлдумы и Совета депутатов городского округа Зарайск, члены муниципальных общественных палат и Луховицкого лесничества. Как отметил член Общественной палаты Московской области Иосиф Дискин, в начале слушаний работа по созданию лесопаркового зеленого пояса ведется в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина. Инициатива предусматривает создание зон с ограниченным режимом природопользования, которые выполняют экологические, средообразующие, природоохранные, санитарно-гигиенические и рекреационные функции. В частности, на этих территориях запрещается использовать токсичные химические препараты, вести сельское хозяйство, возводить объекты капитального строительства. Безусловно, мы за сохранность и развитие лесных массивов и считаем, что проект имеет высокую экологическую значимость. Но важно при этом учитывать интересы и жителей, и сельхозпроизводителей, и бизнеса. Благодарю всех, кто проявил свою позицию, принял участие в слушаниях и выразил свое мнение, отметил глава городского округа Виктор Петрущенко, подводя итоги мероприятия. По итогам общественных слушаний был намечен круг вопросов, которые будут рассматриваться и учитываться при формировании нормативно-правового документа.